Неравнодушные жители Верхневолжья продолжают сдавать кровь для пострадавших в результате террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Специально для этого были открыты станции переливания крови в Твери, Ржеве и Вышнем Волочке. На данный момент донорами стали почти 400 жителей региона. Напомним, на следующий день после трагедии в Твери была специально открыта станция переливания крови на улице Тамары Ильиной, 20. Тогда же было зафиксировано рекордное число доноров за сутки. Кроме того, по поручению губернатора Игоря Рудени в Тверской области продолжает работу горячая линия по номеру 122 для помощи людям в связи с трагедией в Крокус-Сити-Холле. Обратившиеся на линию могут узнать информацию или сообщить о родных и близких, которые могли находиться в концертном зале 22 марта и сейчас не выходят на связь, а также при необходимости получить психологическую помощь. На линии в круглосуточном режиме работают специалисты медицины катастроф.